Всем доброго утра! У нас наконец-то опять потеплело. Ну, по крайней мере, должно быть жарко. Вот сейчас уже 21 градус, 10 часов почти. Я уже готовлю обед, уже заправила диваны и кровати. Заложила стирку, уже скоро ее, наверное, вывешивать. С Гришкой учили уроки и сложила белье. Чистое, выстиранное, разложила все по местам. Я, как всегда, ничего не глажу. Обед решила запечь вот такой вот большущий кусочек мяса. Это шея, здесь косточка. И внутри я его нашпиговала для начала чесночком, прям побольше. И сейчас буду все обмазывать сметаной, посолю еще, поперчу и заверну все в фольгу. И часа полтора будет запекаться. Здесь идет по СТС Эллиот. Очень интересная, да, его дракон. Мы его уже смотрели, прям очень семейная, мне понравилось. Так, вот моя сметанка уже с чесноком, с солью и перцем. Здесь тоже немного посолила, поперчила. И сейчас все это буду намазывать и заверну все в фольгу. Я сейчас сделала салат из редиски, укропа, огурец и яйца здесь. И сейчас еще схожу за петрушечкой, чтобы уж наверняка было много зелени. Наш покошенный газончик. Сразу так красиво. Буду петрушку рвать. Она уже вымахала. Такая большая. Сейчас тебе деньги туда ж положу. Сейчас а дай я гляну, там твой мой МТС. Да я ж тогда и не ложила. Мой МТС там у тебя же есть? Нет. А ты что, его опять удалил? Скачать? Ну не надо, сейчас уже сколько время. Давай, обувайся. Ну, давай здесь сейчас перед. Сейчас я тебе положу, Гриш. Только давай. Ты все равно это... Ложи. Надо до Дома культуры идти. Угу. Хочу же снять твой обед и сказать, что мяса-то не будет на обед у мужа. Все, развод. Мясо не прожарилось. Такой огромный кусок даже за полтора часа не прожарился, так что еще в духовке. Да так и скажи, что ты сама хочешь его слопать. Да. А мне он салатики. Мне сейчас по плану вымыть Григорию комнату. Сейчас уже шторы постираны, постельная тоже, так что сейчас просто нужно все вымыть и все. А ты это, ты рюкзак принес? Ура, все, у Гришки порядок в комнате. У меня тут еще была маленькая помощница, которая мне помогала, да? Кто мне помогал убирать? Я. Правильно. А сейчас мы куда едем? За Антошей. За Антошей и за Маргошей, да? Да. Поехали? Не, мы. Вы? Да. Антошина ракета. А я знаю, где мы. А вот твоя. Надень космонавтики, да? И кто же первый полетел в космос? Гагарин? Да, я. Мы на танцы опаздываем. Пошли скорей. Ну все, беги. Тут ярмарка опять приехала. Белорусская, типа. Ну, цены тут, ну, в прошлый раз были цены аховские, сейчас не знаю. Все, Антоха на танцах. Зоя уже домой, я ее отвезла. Сейчас Афонька выйдет, да? Да. Вон, Афоня, пошли. Афанасий, дверь закрывай. Сейчас пока к нам нельзя, пока можно только к вам. Афонь, ты поедешь к ним гулять? Да. Что ты там будешь делать? Ага. Да. У родни сейчас новое хобби. Шитьё. Вот я вам детей как раз привезла, родня, чтобы они вам помогали делать выкройки. Настя, тетя Лена. Первый лонгслив, сейчас модное слово лонгслив, то есть футболка с длинным рукавом уже готова, да? А где она, родня? На сушице. Ну я пойду покажу. Вот. Где она, сушилки в комнате? Да, на улице. Вот этот лонгслив вверх ногами. Ну, это на Маргарите показывать. Очень даже неплохо получилось. Ткань прям классная. Да, ничего с ним не случилось. Все отлично. На воротник отдельно ткань. Как она называется, родня? Кашкарсе. А вот это как называется? Это кулирка, по-моему. Да, кулирка. И еще родня все-таки решила, раз девочка-девочка, да, то будет такая... В общем, красота. Мне нравится, родня. Вот видишь, родня, дырки. Покажи. Угу. Ну, в самой, ну, нитки, первое а это. Это иголки, ну, то, что иголка. Неправильная иголка, да, не трикотажная.
Вот. Ну хорошо, Родня. А вот уже какой ровный. Григорий разбил стекло. Такая, я думала, Афоню нельзя оставлять одного, но оказывается и Гришку тоже. Нельзя оставлять на 5 минут, пока пошла за Афоней. Не успевает зарабатывать его. В общем, пока пошла за Афоней на улицу, Григорий уже бахнул стекло. Не знаю, как он должен был сильно дверь закрыть, чтобы оно вот так вот бахнуло. Ну, короче, стекла нет. Сейчас с Афоней поедем за Антохой. Поехали? Ты все? Купили в Магните с Афонькой. Антошка остался, в общем, у бабушки с дедушкой, ну там с тетей Верой. Так, сметану, коровка из кореновки, вот по вкусу очень мне нравится, прям очень. Ты хотел пузыри, чтобы тебе купили, но их там не было в Магните, да? Да. Так, купили еще хлеб. Вот такой 5 злаков. Мне он очень нравится. Он стоит 50 рублей, представляете? С морковкой я уже съела. Он там всегда с какими-то семечками. Вот этот вот с какими-то... Не знаю, с какими. Но такое я тоже уже брала. Там, по-моему, льняные семечки вот сверху здесь насыпаны. Ну, в общем, мне нравится, потому что там семечки попадаются, такие тверденькие. В общем, здорово. С морковкой было. И с подсолнечником тоже очень вкусно. И обычные белые детям и Сержуне. Уже взяла порезанный, чтобы не резать. А мы сейчас будем ужинать. Наконец-то допеклось у нас тут мяско наше и пюре. Да. Как угу. Надо делать? Вот надо. Да, когда так надо делать? Когда, наверное, очень невкусно, да? Да, вот так. Когда тебе невкусно, ты не хочешь кушать, надо делать так. Да? Или когда вкусно? Когда вкусно не надо делать. Когда вкусно не надо делать? Да. Ой, Фанька. В общем, у нас ужин. Мяско и пюре. Да, мака пюре. Да. Да, сынок? Да. А сына мальчик. Ты не сын, ты мальчик. Да, вы забыли. Забыли? Я думала, ты мой сын. А сына мальчик, вы забыли. Ты не сын, ты мальчик, понятно. А мальчик, я вам дам. А, ты нам дашь? Да. А кому ты дашь? Маме. Да ты что, разве так можно? Ты расхвастался? Да. Пока доехали с магазина, Афоня уже съел чупик. Мы отвезли Гришу. Афоня выпросил в магазине чупик, вернее, не выпросил, его угостили, да? И что еще тебе? Чем тебя еще угостили? Убирай руку, я открою. И чем тебя еще угостили? Покажи. Мандаринкой? Да. И ты счастлив? Вот это угольно. Окушка? Нет. А, автомат? Да. Сейчас он тебе нужен? Да.